У обласным центры з'явілася новая аматорская объединение – «Градский светский клуб». Першую встречу его организаторы присвятили историчному подорожу до вытоков традиции святкования Рождества Христова и Нового года. Гости светского вечера зазернули у 19-е стагодзе, послухали урывки из мастацких творов, калядную музыку того часу и побывали на занятку по основах бальных танцев. Варто отзначить, что «Градский светский клуб» – это совместный проект Центральной городской библиотеки имя Герцена и студия исторического танца «Корунки кроков». Идея возникла у нас в студии. Дело в том, что до сих пор мы занимались в основном танцами. То есть мы готовились и посещали танцевальные мероприятия, балы, музыкальные вечера, светские вечера. И нам пришла идея заняться чем-то принципиально другим. В качестве прототипа нашего сегодняшнего светского клуба мы взяли светские вечера, которые, в принципе, проводились в 19 веке, в начале 20 века, когда собирались люди не потанцевать, а пообщаться. То есть это были и литературные вечера, они обсуждали там какие-то статьи, какие-то нововведения. Стать удельником клуба и светских раутов может любой жадающий. Организаторы планируют проводить встречи регулярно, присвячать их святам, подеям, юбилейным датам.